Ну что, наконец-таки мы увидим СК сегодня. Это матч СК Гейминг против Девс. Так, сейчас надо счет мне сделать. Оп-оп-оп. Поставить мейн. Чуть-чуть вверх. Вроде бы нормально. Так, что ставки? 11-4, 11-4. Написали мне. 11-4, 12-3, 8-7, 10-5. Ну все, до начала принимаю. Вот уже... уже вроде бы начало. Сейчас посмотрим еще раз. Да, это пистолетный. Давайте смотреть потом про составы. Потом обо всем. СК в защите, Девс в атаке. Давайте смотреть. Девс, кажется, строит свою атаку через длину. Робин собрал инфу по парапету. Фейс сейчас получит в щи. Или нет? Или не получит? Нет, не получит. Отошли. Отошли Девс. Дельпан делает первый минус. Убивает на зеленых, по-моему, чела. Продолжает сидеть, контролить. Делать еще один минус. Его сразу же размывают. Не видать тебе, Дельпан. Дымки мувики. Пистолет на мой фейсу хорошо попадают. Фейс уходит за текстуру. Что делают португальцы? Умирают от рук фейса. И последний остается РМН. Просто армянин какой-то. И 40 секунд. У него есть флешка, есть USP. Убивает Робана. Ну что, может быть интересно, если сейчас фейса убьет. Видел фейса. Убивает фейса. 1 в 2. И времени хватает. Ой, размыли его. Размыли, размывает в ответку. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ты что, ты что? Ты Фореста 4 хп. Что сейчас могло вообще быть? Ай-яй-яй. Так, поменять местами. 12-3. Ага, все. 23-95. Все. Ставки принял. Макс, передай привет Биги из Симферополя. Передал. Давайте потом с приветами. Но у нас интересная очень будет игра. Я ожидаю, что она будет интересная. По составам за СК играют Фейс, Дельпан, Форест, Гетрайт и Робин. За Девс Дарки, Мат, ДЗТ, Кезнит и РМН. Ну что, выходят длиной. Там Дельпан один далеко сидит, высоко глядит. Или наоборот. Высоко сидит, далеко глядит. Не слишком высоко, не слишком далеко. Попадает одному в жбан. Сейчас одного взорвет. Да нет, убежал. Убежал. Дельпан уходит. 29 хп. Пошел герой. И бабах. Минус герой. Уже интересно. В большинстве Девс. Ну, конечно, большинство это такое у них. Как бы красный чел. Есть и одни с диглами, так что большинство достаточно относительно, но тем не менее. Ой-ой-ой, Дарки какой хедшот залепил! На приеме фейс с Форестом. Сладкая парочка, но не слишком сладкая, не настолько как Гетрайт и Форест. Но тем не менее, фейс делает еще один минус. Забрали девайс. Оп-оп-оп, минус Кеснета, минус. Ай-яй-яй, как Робана не убил, 16 хп и 4 хп. Ой-ой-ой, немножко не прет сейчас команде Девс. Я искренне болею за них. Надеюсь, вам это не очень сильно напрягает, но тем не менее. Мне просто очень хочется борьбы. СК явные фавориты. Они очень сильны, но я хочу, чтобы Девс потягали. Потягали шведов. Они сейчас выбили 3 пушки. Ну, вернее, 2, если считать. Оп-оп-оп. Ну, Дельпан, кажется, сделал эйс. Давайте проверим. Да, эйс от Дельпана, ну, такой. 3 СВП, 2 СУСПа, принял эко. 3-0 счет. Ну, давайте смотреть за первым оружейным, готовы ли Девс играть в атаке. Это мувик, ну, такой. Такой мувик для бедных. Я вам сказал, уже принимают эко, уже не актуально. Ой, раскид, раскид, откид, полетел. Мат, но он слепой, его убивает фейс.
Минус от Робана, тут все. Тут просто отфлешились очень хорошо команда СК, и без шансов принимает выход парапет. Выходит с длины Кезнит, и его просто Робан казнит хедшотом. 4-0. Становится счет. Эко Девс. Ну, кажется, главное, чтобы ребята не поплыли. Ребята с Португалии. Ну, посмотрим. Ну что, Форест сейчас. Форест на вы. Садится, принимает. Минус 2, минус 3. Нет, минус 2. Минус 2 от Гетрайта. Последний остается. Кто там? А. Нет, никого. Последних минус 3 все-таки был от Фореста. Ну что, пятый раунд для SK Gaming. 5-0 счет. Ну и ждем что-то интересное от команды Devs. Дуэль АВП, например. Кто кого? Дальпан не боится, смотрит. ДТТ также перестреливается. Пока никто ни по кому не попал. Как-то быстро все. Ну, не тошнят. Ой, Дальпан как прочитал это 2D. Видите, прыгает, чекает, чтобы никто не прополз. Стоит, наверное, дать флеш и убить Дальпана. Вот просто дать флеш мидл. А там сейчас пойдет пуш парапета. Нет, взорвали нижнюю. Взорвали нижнюю. Вот, пошла флешка, и теперь Дальпан просто держись. Бежит Дальпан. Убежал. Это ж надо. Еще дал минус. Ну, разменялись. Нормальная тема. Ситуация 3 в 4. Форест РСП перестреливается. Минус от Фейса. Фейс делает еще один фраг. Минус Дарки. И это счет 6-0. Денег не очень много, но они есть. Уже 6 подряд отдали. Смотрим. Минус от Робана, там поджим нижней тэшки был от игроков СК. Форест делает минус, я сейчас пытался, это Форест поджимал. Там размен ситуации 3 в 4, в меньшинстве португальцы. Дельпан уже готов ворваться в мидл, там РМН ставит хедшот Дельпану с АВП. Ой-ой-ой, что это было? Ну, жаль, не успел я проклацать, это было наверняка эпично. Попал Дельпан через текстуру, видимо, но просто наказан был хедшотом. Сака. Ну, и что-то непонятно сейчас делает. Один игрок на длине, двое под Б. Ну и будет выходить Б, тут Гетрайт. А ну включаю. Ой-ой-ой. А сейчас, кстати, может быть чудеса тайминга. Гетрайт отдает Б. Услышал или нет? Залазит Гетрайт, убивает одного, сразу же размен. И вот сейчас важнейшая ситуация. Минус Робан, ситуация Фейс один против... один в один. И, по-моему, не читает РМН эту штуку всю. Фейс, фейс, фейс. Фейс, такой фейс. Что я могу сказать? 7-0. Были неплохие шансы у Devs взять первый раунд, но... ну, фейс такой фейс, что я могу сказать. Мега грамотный чел. Ну и переиграл сейчас менее опытного португальца. Дальпан делает первый минус, он поджал парапет с АВП. Убили Дальпана. 4 в 4 ситуация, пошел пуш длины. Включая Робана, Робан залетает. Ой, спрейд, убил одного и успел уйти. Что самое главное... Смотрите, что делает Робан. Какой отморозок. Минус 2 делает Робан. Патроны закончились. Фейс убивает Робан. Робан вообще. Робан-бобан. Просто он понял, что там его шили-шили не прошиб. Релот вышел очень четко по таймингу. Поставил 2 хедшота в ряд. И, ну, просто Робан надругался сейчас над португальцами. Тут
флан, да? Ну, я бы не сказал, что флан. Ну да, такие приемы, но видно, что СК играет гораздо лучше, но у Девс есть шансы, чтобы взять раунды, неплохо разыгрывать, но вот немножко не хватает. Просто они все начали втроем прошивать, и никто по итогу не законтролил Робана. Если бы Робан вышел, он бы должен был получить вообще в жбан был. Но вот его никто не законтролил, поэтому такая ситуация произошла. Но, тем не менее, симпатично мне команда Devs, очень неплохо они играют, но вот явно, что опыта не хватает в некоторых моментах. И сейчас в нижней пытаются загнать чела, Дельпана таки разменяли. Но ситуация 3 в 4, достаточно играбельно, сейчас нужно убить... Ой, промахнулся Мац, АВП, минус от Фореста, но тут все уже. Уже все, Мац остается один со своим авиком, по-моему, знает, где он, ему прилетел флеш прямо в лицо. Просто дали понюхать, как говорится. Опс. Уноси ноги. Ну что, 9-0. СК пока очень-очень уверенно играют. Ну, Девс решает давить числом, занимать длину, там никого нету, фейс один на гусе, сделали упор на Б, игроки СК, ну, видимо, не угадали немножко, Робан не угадал, хотя, смотрите, Мат в Т-шке живет, ему нужно продолжать жить, чтобы не дать обойти себя, смотрите, что делать, сразу же СК, перетянулись на А, ну и посмотрим, Дельпан в мидле с АВП наверняка, я уверен, да, несмотря на то, что он каждый раунд погибает, он все равно на АВП ему дают, ему подбирают. А, 10-0 счет, да. Дельпан минус 2, Дельпан минус 3. Минус от Фореста. Последний остался у нас РМН, который прокрался на А. Ну, сейчас ему самое оптимальное, это идти с парой еще. Хотя тут фейс контролит. Да, увидел Форест игрока. Пытается прошить. Ой, какой хедшот, второй хедшот, и 1-2 остается РМН. Ну, тут тяжело, под флеш выходит, и Дельпан делает минус 4, вот это на мувик, можно сказать. РМН очень здорово сейчас исполнил, дал 2 хедшота, но чуть-чуть не хватило. Ну, как чуть-чуть. Там, в принципе, 1 в 4 остался. Как бы шансов было очень мало. Тем не менее, дал 2 хедшота. Очень хороших. Ну, посмотрим. Девс берут волевушечку. Там галилы, слышу, клацают. Ну, вот первый минус. Первый минус за португальцами. Посмотрим, чем все закончится. По итогу... ХЕ6. Минус от РМН. А вот это уже заявочка. 5 в 3 остаются португальцы. Гетрайт выходит в мидл, там чел есть в респе, Гетрайт не попадает, зато попадает Форест. Португальцы не спешат, очень аккуратно играют, опасаются тут всяких поджимов, подсадов. Не спеша, ну вот все, заняли точку А. Ну а теперь посмотрим за выбиванием СК, они в меньшинстве, 3 в 4. И вот, возможно, будет показательная порка сейчас. Да нет, смотрите, фейс тоже умирает, остается 2 в 4. Уже практически нереально что-то сделать, хотя давайте посмотрим. Это же Форест и Гетрайт, это же Форест. Одиннадцать один, Девс сбили себе экономику, но взяли первый раунд. Хватит, мужик, я тебя кикну. Ну что, опять не спеша разыгрывать свой дефолт. Игроки Devs будут взрывать парапет, мне кажется, сейчас будут занимать пары, сейчас СК играли от длины, а дует полностью мидл, там, по-моему, с респы его только чекают, сейчас с буста, и Гетрайт с АВП, уже интересненько.
Далее, дым на парыч, по-моему, будет врываться в мидл. Как раз-таки я включаю Робана. Робан в мидле. Робан врывается, Робан делает минус один. Робан видит второго, видит двоих. Там Гатрайс ОВП клацает, минус от Дарки. Минус от Мата. Ситуация 3 в 2 в большинстве. Игроки Девс, они отходят от мидла, потому что туда вышел Гатрайт. И можно было отхватить сейчас от ОВП. Отошли, берут бэмбу в Т-шке и пойдут на Б. Сейчас Гатрайт очень важен для команды СК. Ой, его с двух сторон дергают. Гатрайт не попадает. Суспа пытается добить. Умирает, и Форест остается один против троих. Форест знает, что тип слева. Чел, Форест, спрей, минус один, остается один в два. Бомба по-прежнему не стоит. Чего ждут игроки Девс? Я не пойму. Форест имел ТП. И прошивает его Дарки. 11-2. Давайте смотреть. Второй раунд подряд берут португальцы. Понятное дело, что шансов на победу у них по-прежнему практически нету. Но, тем не менее, уже порадовали своих фанатов еще одним взятым раундом. Минус от Дельпана. Все, полетели. СК на мидл. Поджимать. Тут-то спрей. И пропрыгать немножко ХЛТВ. 12-2. 12-2. И сейчас будем смотреть за последним. На последнем раунде, раундом в первой половине, минус от Дельпана. Дельпан в мидле. Ох, там сдегла. Ну вот Дельпан вот просто бежит, стреляет. Давайте посмотрим за Дельпаном. СОВП контролит нижний, увидел ногу. Но не спешит по ногам стрелять, вы видите. Ждет, когда выйдет побольше, большая часть игрока. Фейс зарезал чела и остался последний. Мат, он убивает Дельпана. Ставит еще один хедшот и остается с Фейсом один на один. И не знает, где Фейс. Фейс ножом ждет. А где... А, Робин с бомбой. Понятно, нет, там 1-2 остается. Выходит Робин, ставит хедшот. 13-2, счет первой половины. Сейчас я посмотрю, возможно, уже никто не выиграл. Так, если я полистаю, кто мне там ставил. 11-4, мимо. 11-4 тоже мимо. 8-7, 10-5. Мимо, 12-3. Рядом, 12-3 тоже рядом. 12-3 нет, никто не ставил. 13-2. Поэтому такое. Пишет, я ставил. Нужно было писать в личку, я прочитал всю личку. У меня не было. Поэтому такое. Уже никто не выиграл, еще вторую сторону не играли. Ну, не угадали, ребят. Но если будете близки, я... если кто-то угадает, вторую половину будет близок. То что-нибудь придумаем. Ладно, давайте смотреть лучше за игрой. Два раунда у Девс в атаке, это, конечно же, очень мало. Ну, посмотрите, СК там раскидали дропы. Ух ты, что же будет? Ой, поджим с парапета, Робин размывает. Робин идет загонять, кидает хае, и сейчас кто-то взорвется. Да. Минус кэзнет. Дельфан выходит с Б, убивает чела в мидле. Дарки пытается стреляться, делает минус, минус от Фореста. Ситуация 2 в 4, но это все, это Габелла. Форест еще зарезал Дарки. 14 раундов у СК Гейминг. 14-2. Ну что, смотрим. СК, скорее всего, возьмут сейчас 15-й. Делает 2 минуса в Т-шке. Ну, пошел выход на Б. Там один мат. Вот. Еще Кэзни делал где-то минус дигла, забрал себе АК. Посмотрим. Тут все.
Тут просто бородач. Бах, 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 бах. Ну, хедшот не засчитала. 15 раундов ФСК, 15-2 счет. Мне интересно, будут доигрывать ли все 30. Сейчас узнаем. Включай на испанской мид. Они еще не играют. Как бы смотреть особо нечего, поэтому, наверное, посмотрим лучший матч Existence СК. Ну, ладно, посмотрим, что посмотрим, что посмотрим. Смотрите, там Devspom девайсы-то все повыбивали. Они остаются в большинстве 4 в 3. Но, ой, прыгает ХЛТВ, всех убили. 16-2. Такой счет, СК впереди. Ну и... Предлагаю не досматривать это унылое доигрывание. Сейчас я посмотрю. Возможно, испанцы шпилят. Сейчас я вам скажу. Там, кстати, Fnatic, по-моему, вступает в борьбу. Они уже должны были играть против каких-то Кокета, против команды. Сейчас посмотрим. А, они ж... Понятно. Перенесли уже Fnatic. Да. Что, группа С будет играться сегодня? Ладно, давайте смотреть, потому что параллельные игры, по сути, там не очень интересны. Хотя, сейчас... Одну минуту, ребят. Existence LDLC. Кто знает счет, скажите. Стоит ли туда вообще врываться? Что-то пишет. Ага, окей. В общем, ребят, я выключаю сейчас этот матч. Тут побеждает команда СК с явным преимуществом, а там у нас в другом матче камбэк идет полным ходом. Так, сейчас останавливаю запись.